Пинг-понг! Я спинозавр! Я тиранозавр! Пасть широка, парус острый, спинозавр шагает, ро-ро-рор! Что ты сказал? Зубы острые, мощная челюсть, тиранозавр шагает, ро-ро-рор! Еще не все! Спинозавр против тиранозавра. Я тиранозавр Рекс, лучший охотник во всем мире. Я непобедим благодаря своим острым зубам. Кого я съем сегодня? Внезапно перед Тирексом, который искал еду, появился Птеранодон. Ха! Лучший охотник? А я слышал, как спинозавр говорил, что он лучший охотник в мире. А? Что? Спинозавр? Да, я видел своими собственными глазами. Он так хорош, что может поймать целую гору рыбы. Не может быть! Я должен сам это увидеть. Рор! Я спинозавр. Для меня поймать рыбу проще пареной репы. Одна, две, три рыбы. Так вот о ком говорил Птеранодон. Эй, ты! Это ты, спинозавр, известный охотник? Я слышал про тебя. Да! Кто тут осмелился заговорить со мной? Я король динозавров! Ха-ха-ха! Король динозавров? Ты называешь себя королем динозавров, потому что поймал немного рыбы? Ха-ха-ха! Я король динозавров! Тиранозавр Рекс! Что? Ладно, давай сразимся и узнаем, кто круче. Тот, кто поймает больше рыбы, истинный король динозавров! Ха! Да с легкостью! Я! Я! Почему я не могу поймать рыбу? Попробую еще раз! А? На помощь! На помощь! Давай-ка! Теперь понял? Я величайший король динозавров! Нет, так не пойдет! Ты всю жизнь охотишься в воде! А я сегодня впервые ловил рыбу! Давай сразимся еще раз в ближайшем лесу! Если ты выиграешь, я признаю поражение! Ха-ха! Тебе все равно не победить меня! Что случилось? Что там происходит? Выиграет тот, кто первым добежит до этого большого дерева. Согласен? Ха! Легче легкого. Я буду первым. Вот увидишь. Побежим, когда я скажу вперед. Готов? Вперед! Почему ты так быстро бежишь? А ты видел, какие у меня сильные ноги? Бег для меня плевое дело! Я победил! Ну уж нет! Я поймал больше рыбы, поэтому король я! Что? Ты бегаешь медленнее, чем я! А ты чуть не утонул из-за своих коротких лап! Я король, а? Нет, я выиграл! Я король! Нет, я! Хорошо, выиграет тот, кто первым доберется до того спящего динозавра. Идет? Это просто! Вперед! А? Я сейчас дотянусь до него! Ни за что! Я буду первым! И тут...
Думаете, сможете поймать меня? Подумайте еще раз! О, нет! Что случилось? Просто признай! Я король динозавров! Нет! Я! Ты такой упрямец! Хорошо! Сразимся снова! Думаешь, испугал меня? Я король! Нет, я король! Я! Ну и ну! Как думаете, закончится ли когда-нибудь эта битва за звание короля динозавров? Демонический ящер тиранозавр Рекс. Грозный рыбак спинозавр. Длинноклювый птеранодон. Я крошка Т-рекс, я весь дрожу. Меня пугает все вокруг. Шумит трава и воет ветер. Большая тень наводит жуть. Я крошка Т-рекс, я весь дрожу. Меня пугает все вокруг. Когда я вырасту большим и сильным, смогу ли я быть королем? Испуганный крошка Т-рекс. Мама Т-рекс и крошка Т-рекс вместе вышли на охоту. Однако крошка Т-рекс выглядел весьма испуганным. Давай! Мамочка, я не могу. Этот динозавр больше меня. Как я его укушу своими маленькими зубами? Мне страшно. Ты сможешь! Попробуй! Ой. Что это? Просто малыш-динозавр. Пойдем съедим еще травы. О, нет! Многое пугало крошку Т-рекса. Он вздрагивал даже от ерунды. Мама Т-рекс вспомнила, как однажды... Мама! На помощь! Там большой динозавр! Он хочет на меня напасть! Это всего лишь малыш Мусавр. Нет! Мама! Там очень-очень большой динозавр! Это апатозавр. Большой, но совершенно безобидный травоядный динозавр. Жуткий динозавр летает над нами. Вдруг он сметет нас своими крыльями. Это птеранодон, летающая рептилия. Т-рексы – короли всех динозавров. Мне надо научить крошку Т-рекса храбрости. Радость моя, ты не можешь вечно прятаться за моей спиной. Ты сильный, хищный динозавр! Давай, покажи всем, как ты могуч! Я не могу! Я ничего не умею сам! Ты отлично справишься! Ты Т-рекс, король всех динозавров! И мама Т-рекс отправила крошку Т-рекса в путь. На этом пляже ведь никого нет. Правда же? Кто это? Убегай! Как я оказался так далеко? О, я хорош в беге. В
все потому, что у меня сильные ноги. Надо попробовать побегать снова. Это Тирекс! Все бежим отсюда! А? Что? Они испугались меня! Крошка Тирекс собрался с силами и залез на скалистую гору. Кажется, мой голос звучал довольно громко. Он внушает страх. Однако я проголодался. О, нет. О, мой хороший, молодец. Замечательно прыгаешь. А? Может, попробовать поохотиться? Хорошо, что я отправила его в путь одного. Храбрый крошка Тирекс. Однажды он станет великим охотником. Демонический ящер, тиранозавр Рекс. Длинношеи брахиозавр. Травоядные малыши-мусавры. Огромный травоядный апатозавр. Длинноклювый птеранодон. Где мое гнездо, мои малыши? Тут может, там может. Мои малыши, ну где же вы? Мои детки, где же мои детки? Вот мое гнездо, мои малыши. Ты воришка, 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 воришка. Мои малыши, отойди от них. Нет, я не ворую яйца. Воришка Авираптор. Я уверена, что оставила их тут, прямо напротив высокого дерева. Где же они? Может, здесь? А, или там? Мама Процератопс ищет свое гнездо. Но, кажется, она не может его найти. О, цветочки, прелесть! Мои детки такие же красивые. Значит, они где-то рядом. Посмотрим. О, нет, нет, нет! Уходи! Вон отсюда! Что ты здесь делаешь? Хочешь украсть моих детей? Что, простите? Это мое гнездо. Может, она и правда не вор? Да нет, я точно права. На помощь! На помощь! Мои яйца воруют! Услышав крики мамы Процератопс, динозавры стали собираться один за другим. О, что случилось? Ну что ж... Она воришка! Она попыталась украсть мои яйца, пока я ходила за водой! Оу, ты действительно воришка? Выглядишь, как будто и правда решила украсть яйца. Да нет же, это неправда! Послушайте, пожалуйста! Почему мы должны тебя слушать?
Ты воруешь яйца? Нет, нет, я не ворую. Это мои яйца. Не верю своим ушам. Ты утверждаешь, что это твои яйца? В этот самый момент появился Традон. Традоны славятся среди динозавров своей мудростью. Что тут за шум? Я поймала ее на воровстве моих яиц, но она говорит, что яйца ее. Это неправда! Она налетела на меня и обвинила в воровстве. Тут надо хорошенько подумать. Дайте минутку. О, есть идея. Поскольку тут 10 яиц, каждая из вас должна взять себе 5. Что? Подождите, я разделю их точно поровну. О нет, не надо! Так ты можешь навредить моим малышам. Как же нам поступить? Так как здесь 10 яиц и 2 мамы, это отличный выход. Или есть идеи получше? Просто забери их. Конечно, потому что это не твои яйца. Это не воровка. Вот теперь я понял. Так как ты беспокоишься о безопасности малышей, ты их истинная мама. А как же я? Я тоже мать! Я тоже беспокоюсь за детей! Но у тебя не возникло такого же порыва защитить эти яйца. К тому же скоро время расставит все по местам. В этот самый момент стали вылупляться детки. Они похожи на маму. Вот видишь, все еще считаешь меня воришкой? Они похожи на меня. Это мои дети. Ох, прости меня. Но где же тогда мои яйца? Вот вы где! Я ищу маму Процератопс. Что ты тут делаешь? Твои малыши вылупляются под дерево Нгинго. Быстрее! О, дерево Кинго! Я должна скорее идти. Мама! О, мои сладкие, я так люблю вас. Вот так. Авираптор не воровала яйца. Она была истинной мамой. Малыши-процератопсы тоже скоро встретят свою маму. Похожий на носорога Процератопс. Куриный гребешок Авираптор. Мудрый динозавр Традон. Маленький и шустрый Гипсилофодон. Мастер ударов головой Пахицефалозавр. Самый страшный в мире динозавр. Вокруг пускай меня боятся. Вот и я, Аллозавр. Самый сильный в мире динозавр. Это я, Аллозавр. Несмотря на то, что слишком юн, вырасту и выиграю в бою. Рааар! Я Аллозавр. В лесу, где живут аллозавры, собрались малыши. Что же тут происходит? Моя мама говорит никогда не выходить из лесу, потому что там живут страшные динозавры. Постой-ка, разве аллозавры не самые страшные динозавры во всем мире? Нет, я слышал, есть динозавры сильнее нас. Не может быть! Если за лесом есть сильные динозавры, я зарычу и избавлюсь от них. Ну что, идем? Я не пойду. Я тоже не пойду.
Ох, вы просто трусы! Ладно, я пойду один. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Что нам делать? Кажется, он не шутит. Нужно его остановить? Выйдя из леса, малыш Алозавр увидел спинозавра посреди озера. Я великий Алозавр! А ты кто? Я спинозавр. Я охочусь на рыбу, так что потише тут. Так, сейчас я покажу ему, какой я хороший охотник. Посмотри-ка, вот как надо ловить рыбу. Помогите! Ты даже не умеешь рыбачить! Что ты пытаешься доказать мне? Ловить рыбу нужно вот так. Хочешь снова в воду? Не сегодня. Может быть, в другой раз. Кажется, я проголодался. Надо бы съесть что-нибудь. Алозавр очень хотел есть. Он шел вниз по тропинке и встретил обедающего Кархара Дантозавра. Сейчас я отберу его еду. Ха, я голоден, так что отдай мне мясо, или я перегрызу твою шею. Ра-ра-ра-ра-ра. Я великий Алозавр! Я голоден! Отдавай мне свою добычу! Эта мелюзга даже не боится! Ты не слышал, что я сказал? Тебе стоит поторопиться! Ничего себе зубы! На этот раз отпущу тебя, но будь осторожен! Прочь! О, да! Приятного аппетита! Я не могу вернуться домой ни с чем. Следующему же встреченному динозавру я покажу всю свою силу и мощь. О! Я сильнейший Алозавр! А ты кто? Я тиранозавр! Демонический ящер! Демонический ящер? С короткими лапами и двумя парами когтей? Милашка! Что? Я милый? Сейчас я покажу тебе свой разящий хвост и стальные челюсти! Он наводит ужас! Мистер Тирекс! Я не хотел вас потревожить! Грустный Алозавр вернулся в лес к своим друзьям. Ты вернулся! Встретил других динозавров! О, да! С тобой все в порядке? Выглядишь уставшим. Я? Конечно, нет! Я могучий Алозавр! Сильный и страшный! Тогда возьмешь меня с собой завтра! И меня! Я всегда хотел выбраться из леса! Нет! Пока что мы слишком юные! Пойдем, когда станем немного старше. Так и есть. Они пока совсем юные, но уже скоро станут сильными и устрашающими алозаврами. Лучший охотник Алозавр. Грозный рыбак Спинозавр.
Демонический ящер тиранозавр Рекс. Челюсть акулы Кархара Дантозавр. Бум-бум-бум! Чики-чики-бум! Бум-бум-бум! Мир динозавров! Е! Лучший охотник я, тиранозавр Рекс. Острые зубы, сильные ноги. Никто не спасется! Ура! Царь хищников Тирекс. Дневник охотника Тирекса. Кого я сегодня съем? Тирекс, свирепый хищник, вышел на охоту. О, этот динозавр больше меня. Но я все еще Тирекс. Ты будешь моим обедом. Что? Хочешь съесть меня? Я апатозавр. У меня огромное тело, и я пасусь со своим стадом. Ты не можешь напасть на меня. С другой стороны, я не хочу быть растоптанным этими огромными ногами или улететь от удара хвостом. Так что я пойду. Съем кого-нибудь еще. Смотри-ка, динозавр с маленькой головой. Кажется, это идеальный обед. Ты испугал меня. Я голоден. И сейчас съем тебя. Правда? Давай попробуй. Моя голова! Я анкилозавр! Как тебе удар моего хвоста? Хочешь еще? Это и правда больно! Нет, спасибо! Почему так трудно найти что-нибудь съесть? Я голоден! Я съем первого, кто попадется мне на глаза! О, это динозавр! На этот раз я потихоньку подкрадусь к нему. Ха-ха, этот не такой умный. Он даже не заметил меня. Мои зубы! Они сломаны! Ха! Думал меня легко съесть? Моя спина тверже стали. Я Эдмонтония. Кто же знал, что спина динозавра может быть такой жесткой? Оу, мои зубы! Да что такое сегодня? Почему ничего не получается? Умираю от голода! Вау! Какой милый маленький динозаврик! Ням-ням! Что за вкуснятина! О нет! Это тиранозавр! Бежать! Только бы добраться до этой пещеры! Эй, ты! Ну-ка вылезай оттуда, маленький трусишка. Если я выйду, ты меня съешь. Так что зачем мне выходить? Маленькие динозавры не могут сражаться с тобой, поэтому мы быстро бегаем. Отлично! Тогда я подожду, пока ты не выйдешь. Я съем тебя еще до заката. А я действительно охотник? Бедный Тирекс, как долго ты собираешься ждать? Ура!
Король динозавров – тираннозавр Рекс. Огромный травоядный апатозавр. Колючий хвост – анкилозавр. Покрытая броней – эдмонтония. Маленький и быстрый – гипсилофодон. Лечу я быстро над землей. Влево хей, хей, вправо хоу, хоу. Я повелитель неба, я птеранодон. Болтун птеранодон. Привет, я птеранодон. Я охочусь на рыбу. Я ношусь по небу, высматривая добычу. Я расправляю крылья и ныряю глубоко в море, чтобы поймать рыбу. Эй, птера, как насчет прекратить болтать и начать охотиться? Помнишь, охота – это движение, а не разговор. Давай, продолжай надоедать. Я удаляюсь. До встречи. Птеранодон расправил крылья и взлетел высоко в небо. Жу! Я летаю, как бог! Птера, ты в порядке? Аккуратнее! Наши крылья очень тонкие. Если они порвутся, мы не сможем летать. Да-да, я знаю. Как же она достала! Я вижу рыбу. Поймал! О, еще одну! Птеранодон поймал много рыбы, пока кое-кто еще охотился на берегу. У меня длинные когти крючком. Я Барионикс. Вау! Я цепляю добычу когтями. Я король всех охотников. Мои когти! Птеранодон набил рот рыбой и взлетел на ближайшее дерево. О, птера сегодня удачно поохотился. Почему у меня ничего не выходит? Я такой голодный. Не могу дождаться. Что это? Может, птера даст мне хоть одну рыбку? Эй, птера! Оу, привет, Барионикс! И как тебе удается охотиться без острых зубов и когтей? Все благодаря моему длинному клюву. Знаешь, все говорят, ты отличный рассказчик. Я тоже хочу послушать. А? Все так говорят? Ладно, расскажу тебе кое-что. Ты когда-нибудь видел битву двух тираннозавров? Я видел. Их пасти нереально огромные. Ничего себе. Ну, птера, у тебя тоже очень большой рот. Да, думаю, так и есть. А как широко ты можешь открыть его? Да. Вау, очень широко. А можешь шире? Моя пасть больше, чем у Тирекса. Птера, спасибо за ужин. Было вкусно. Ты правда замечательный рассказчик.
Барионикс! Это была моя рыба! Бедный птеранодон, все такой же голодный, без единой рыбки. Длинный клюв, птеранодон. Когти крючком, барионикс. Почему уродлив я, три рога на лице? Все друзья смеются надо мной. Я хочу, чтобы эти рога исчезли. Трицератопс с классными рогами. Эй, ребята, давайте поиграем! Давайте поиграем! О, пситокозавр, хватит передразнивать меня! Хватит передразнивать меня! Повторюшка! Повторюшка! Это шутник пситокозавр, также известный как ящерица-попугай из-за его клюва, как у попугая. Всем привет! Привет, моя завр! Во что мы играем сегодня? Как насчет отгадай динозавра? Я буду называть особые черты, а вы попытаетесь угадать. Ха, давайте! У меня хорошо получается. Тебе будет сложно выиграть у меня. Посмотрим. Играем! Крепкий лоб для битвы головой. Пахицефалозавр. Очень быстрый и похож на птицу. Мим-мим-мим, галимим. Вау, вы хороши. Но угадать следующего будет посложнее. Это уродливый динозавр с тремя рогами на лице. А? Три рога на лице? Уродливый? Ага! Это трехрогий трицератопс. Это так весело! Бедняга! Трицератопс слышал каждое слово. Почему я такой уродливый? Зачем мне эти дурацкие, бесполезные рога? Милый, что случилось? Я никому не нравлюсь из-за моих рогов. Зачем они мне? Эти рога защищают нас. Даже хищники опасаются их. Точно, точно. Знаешь, друзья обязательно оценят твое доброе сердце. Вы уверены? Ну конечно. Трицератопс собрался с духом и пошел обратно туда, где были его друзья. Как вдруг... Это велоцираптор! Можете попытаться, но вы никуда не денетесь! Мы схватим вас! Нашими острыми, острыми когтями! О, нет! Отстаньте от моих друзей! Откуда ты взялся? Это не сойдет тебе с рук! Трицератопс! Отложим охоту на завтра! Вау! Храбрый трицератопс сразился с велоцирапторами! Забудьте дорогу сюда, иначе пожалеете! Так точно, пожалеете! Я и не думал, что твои рога такие классные! А я знал, что они классные! Ты же говорил, что они уродливые! Тише, ты тоже так говорил! Да я бы никогда! Большое спасибо, что спас нас! Извини, что мы смеялись над тобой. Мы можем быть твоими друзьями. Конечно, я буду рад. И я счастлив, что помог вам своими рогами. Вот так маленькие динозавры стали хорошими друзьями. Трехрогие трицератопсы. Маленький и шустрый гипсилофодон.
Ящерица-попугай – пситокозавр. Утконосый – маозавр. Разбойник – велоцираптор. Бум-бум-бум, чики-чики-бум-бум, бум-бум, мир динозавров, е! Я мастер удара по хитцефалозавр. Лоб очень сильный и череп. Меня зовут Паки. Я головой ударю, я король. Ха-ха-ха-ха. Чемпион по ударам головой по хитцефалозавр. Это король ударов головой пахицефалозавр. Он много тренируется. У меня твердый череп и сильный лоб. Посмотрите на мой суперудар головой. Вау! Это так красиво, когда падают сосновые шишки. Паки, у тебя отличный удар головой. Правда? Ну, я знаю, тебе нравятся сосновые шишки, так что... Вау, у тебя так здорово получается. Привет, я Паку. Я пришел сюда, спасаясь от извержения вулкана. О, приятно познакомиться. Я Пака. А это чемпион по ударам головой Паки. Да, он похож на чемпиона. Да ничего такого. Могу я попробовать? Да, конечно. Вперед! Здесь отличное место тренировать удары головой. А вдруг его череп еще тверже моего? Супер-мега-пак-удар головой! Ну, держись! Ха! Как? Что? Что это было? Вау! Паку! Ты потрясающий! Ты даже сильнее, чем Паки! Я хотел впечатлить вас, поэтому бил в полную силу. Я уверен, Паки не выкладывался, как мог бы, правда? Да, так и есть. Вообще-то я бил изо всех сил. Эй, Паки! Может, покажешь нам всю свою мощь? Да, конечно. Если я не ударю лучше, чем Паку, Пака будет разочарована. Что? Это все, на что ты способен? Паки, я так разочарована. Паку, а что, если нам с тобой устроить небольшой поединок? Зачем же заходить так далеко? Что, боишься проиграть? Ха, ты еще более жалкий трус, чем я думал. Ты только что назвал меня жалким трусом? Отлично, поборемся. Но не говори, что я не предупреждал тебя. Итак, поединок начался. Если хочешь прекратить, только скажи. О чем ты говоришь? Борись! Ребята, хватит! Ни за что! Мы увидим, кто сильнее! Берегись! Это опасно! Паки! Паку, как ты? О, я в порядке. Ты только что спас меня? Ну, конечно. Для этого и нужны друзья. Паку! Ребята, можем мы стать друзьями? Но мы уже друзья, правда же, Паки? Да, Паку, спасибо, что спас меня. Давай каждый день тренировать удары головой вместе. Звучит отлично. Вот так три маленьких пахицефалозавра стали хорошими друзьями. Чемпион по ударам головой – пахицефалозавр! Бум-бум-бум, чики-чики-бум-бум-бум, мир.
динозавров! Yeah! Майя, завры, супермамы! Майя! Мы защищаем детишек! Не оставляем их одних! Безопасность превыше всего! Лучшие мамы мы! Любовь мамы моя завра! В теплый солнечный полдень мамы маязавры вместе заботились о малышах. О, милый, я, должно быть, заснула. Кажется, ты не спала прошлой ночи, мама Майя. Ох, ты права. Я всю ночь ухаживала за яйцом. Мама, я голодный. Ну, конечно, ты голодный. Ты съел все листья, которые я собрала вчера? Мама, может, я принесу еды? Нет! Разве ты не знаешь, как опасно в лесу динозавров? Вот именно. Малышу очень опасно ходить туда одному. Вот именно. Никогда не ходи в лес только один. Только не один. Мама Майя, я посмотрю за детьми, а ты иди в лес. Отлично, спасибо. Малыш Май, посторожи яйцо, пока я не вернусь, хорошо? Хорошо, мама. Эй, твоя малышка Майя убежала в лес. Что? О, боже, какой ужас! Я сейчас быстро пойду найду Майю. А ты, малыш Май, побудь здесь минутку один, хорошо? Хорошо, не беспокойтесь обо мне. О, как скучно! И когда ты собираешься вылупиться? О, прикольно! Давай, разбей уже свою скорлупу! А, о, нет! Если я потеряю яйцо, мне не сдобровать! Надо поскорее найти его! Май собрался с духом и направился в лес. А, все нормально. Мне совсем не страшно. Мама? Май, ты в порядке? И где яйцо? А? Кто-то украл яйцо? Да. О нет, Май только что соврал маме. О, милый, что же нам делать? О, на его голове был гребень? У него короткая морда и когтистые лапы? Я... Это точно овераптор! Это он ворует яйца! Малыш Май, будь здесь! Я верну яйцо обратно! Не надо! Это опасно! Я должна вернуть яйцо, пока ничего не случилось! Что такое? Что произошло? Мое яйцо! Твое яйцо? Вот же оно! Это твое, правда же? Да, мое! Где ты нашла его? Я искала Майю, и неожиданно твое яйцо прикатилось ко мне. Я сразу поняла, что оно твое. Май сказал, овераптор унес яйцо в лес. Что? Овераптор? На самом деле, яйцо просто укатилось в... Прости меня! Послушай, самое главное, что никто не пострадал. Май, пожалуйста, больше никогда не ходи в лес один. И не ври. Прости меня, я больше не буду. Ты самое дорогое, что у меня есть. Ты ведь знаешь? Я так сильно люблю тебя. Чудесная семья маязавров. Кажется, они счастливы.
прекрасные мамы, майозавры! Бум-бум-бум! Чики-чики-бум! Бум-бум-бум! Мир динозавров! Е! Динозавр Галимим, я быстрее всех. Гали! Длинные ноги у меня у Галимима. Гали! Я быстро бегаю. А-ха-ха-ха! Самый быстрый динозавр Галимим. Большие гонки динозавров. Дамы и господа, вот и пришел день гонки динозавров. Меня зовут Птеранодон, и я буду вашим МС сегодня. Если вы посмотрите на стартовую черту, вы увидите прошлогоднего победителя Галимима, а с другой стороны анкилозавр и брахиозавр. Эй, анкилозавр, ты тоже пришел посостязаться? Наверное, тяжело было сюда добраться с твоими короткими ногами. Ты же как черепаха. Что? Черепаха? Если я выиграю, ты прекратишь смеяться надо мной. Ты думаешь, что сможешь обогнать меня? Когда я побегу, никто из вас не справится с этими длинными ногами. Я самый быстрый динозавр Галимим. Ой, ой! Вау, ты просто огромный. И должно быть очень тяжелый. Ты вообще умеешь бегать? Мне ни к чему бегать. У меня очень длинный шаг. Я немного пройдусь и снова голоден. Почему я все время такой голодный? Итак, полная тишина. На старт. Внимание. Марш! Брахиозавр движется ноздря в ноздрю. А он быстрее, чем я думал. Чем это пахнет? Это же мой любимый фрукт. Пожалуй, я немного поем и побегу снова. Оу, брахиозавр остановился поесть прямо посреди гонки. Спасибо, что выбыл. А анкилозавра я даже не вижу. Вот теперь я точно выиграю. О, так жарко. Мне бы тоже немного отдохнуть. Кажется, я слегка устал. Галимим, разве можно спать посреди гонки? Но я не могу вмешиваться. Пойду посмотрю, где анкилозавр, и сообщу вам. Анкилозавр, на твоем месте пора бы уже сдаваться. Сдаваться? Я никогда не сдаюсь. Моим сильным ногам не нужен отдых. Я даже не знаю, что значит сдаваться. Да, только посмотрите на этот настрой. А теперь проверим, что там с брахиозавром. О нет, брахиозавр съел все фрукты на дереве. Хватит есть, пора вернуться в гонку. Только посмотрите, я снова вижу анкилозавра! Я никогда не сдаюсь! Анкилозавр, ты на верном пути, давай поднажми! Анкилозавр! Совсем скоро у нас будет победитель! В ежегодной гонке динозавров побеждает анкилозавр! Что? Как так получилось? Галимим, ты больше не можешь дразнить меня! Да, я проиграл тебя!
тебе. О, ты по-настоящему классный. Я счастлив объявить, что анкилозавр выиграл гонку. О, интересно, брахиозавр вернулся на дистанцию? Или он до сих пор... Ом-ням, так вкусно. Динозавр, похожий на птицу, Галимим. Бронированное тело, анкилозавр. Ненасытный брахиозавр. Длинноклювый птеродон. Бум-бум-бум, чики-чики-бум, бум-бум-бум. Мир динозавров, е! Я двуногий динозавр. Двуногий. Где моя мама, мама? Мама? Наши лапы короткие. Где моя мама, мама? Мама! Где моя мама? О, здесь так темно. Маленький динозавр только что вылупился из яйца. Почему я не могу снять это? Мама! Мама! Где моя мама? С кусочком скорлупы на голове маленький динозавр направился в лес, чтобы найти свою маму. Я не видел мою маму раньше. Но, наверное, ее лапы будут такими же короткими, как у меня. И, должно быть, она тоже ходит на двух ногах. О, милый, извини меня. О, все нормально. А вы, случайно, не ходите на двух ногах? Ну, иногда я хожу на четырех ногах, но большую часть времени хожу на двух. О, правда? Я вот так хожу на моих двух ногах. О, и ваши передние ноги такие же короткие, как мои лапы. Вы моя мама? Нет, я игуанодон. А что за динозавр ты? Давай-ка посмотрим на твое лицо. Игуанодону сразу же стало понятно, каким именно динозавром был этот малыш. Даже маленький он пугает. Уходи! Подождите! Пожалуйста, скажите, кто я? Ай! Ай! И так я выгляжу пугающе! Значит, моя мама тоже должна выглядеть опасно. А? Может, мне стоит подняться туда, чтобы найти мою маму? Скалы задвигались! Привет! Я стегозавр. Ты не мог бы слезть с моей спины? О, простите, пожалуйста. Держись за пластины на моей спине и спускайся потихоньку. Эй, спасибо, вы очень добры. Я выгляжу пугающе, но вообще-то я добрый динозавр. Вы выглядите пугающе? Мне тоже сказали, что я выгляжу пугающе. Значит, возможно, вы моя мама? И у меня тоже будут пластины на спине, когда я вырасту? Нет, мои дети рождаются с этими пластинами. Тогда мне стоит продолжить искать мою маму. О, надеюсь, ты найдешь ее. Этот детеныш выглядит так знакомо. Где же я видела это лицо? Привет, малыш! Вау, ты очень высокий! Да, и у меня длинная шея! Значит, ты сможешь увидеть мою маму?
твою маму? О, ты... Кажется, твоя мама ищет тебя, поэтому все вокруг убегают. О, правда? Но кто моя мама? Твоя мама – великий и ужасный тираннозавр Рекс. Тираннозавр Рекс? Да, это твоя мама. Вот она. Мама! Наконец-то маленький Тирекс нашел свою маму. Острые зубы, сильные ноги и короткие лапы. Как вы думаете, они похожи? Король динозавров – тираннозавр Рекс. Травоядный – игуанодон. Динозавр с пластинами – стегозавр. Огромный – диплодок. Бум-бум-бум! Чики-чики-бум-бум! Бум-бум-бум! Мир динозавров, е! Пора покушать малышу очень вкусную еду. Да! Ешь листья свежие, нет! Сочные фрукты и жуков. Листья ням, фрукты ням и жуки. Нет, нет, я голодный. Накормить малыша динозавра. Несколько дней в лесу, где живут динозавры, лил дождь. Ребята, выходите! Наконец-то вышло солнце! Ну и грязище в лесу! Сможем ли мы вообще все это вычистить? Что случилось? О, милые, это малыш-динозавр. Это малыш-динозавр. О, боже, он такой хорошенький. Вау, такой милый. Кажется, он поранил ногу, бедный малыш. Я голодный. Ты голодный? О, нет. Тогда мы принесем тебе поесть. Мы принесем? Ладно. Думаю, мы можем. Однако он немного пугает. Эй, малыш, мы принесли тебе фруктов. Они должны тебе понравиться. Почему ты не ешь? Давай-ка попробуй. Я достал их с большим трудом. Почему он их не ест? Я так старался. Ладно, тогда как насчет жуков, которых принесла я? Они такие полезные и очень вкусные. Пальчики оближешь. Давай, попробуй. Их едят вот так. Я принесла тебе поесть. Вот, попробуй свежие листья. Что скажешь? Они такие аппетитные! Почему ты не ешь? Он ничего не ест, ни фруктов, ни жуков. Нужно дать хищнику мясо. Старый мудрый традон. Два рога, острые зубы, длинные когти и сильный хвост. Этот динозавр... Что? Аллозавр? Вот именно! Этот малыш – хищный аллозавр. Если вы не верите мне, сейчас покажу.
правда ест мясо. Если он действительно аллозавр, нам нужно избавиться от него. Он же маленький, он не опасен. Это правда. Кроме того, он поранил ногу. Мы не можем просто бросить его. А если его мама придет искать его? Тогда, может быть, нам... Это лес аллозавров? Здесь холодно и страшно. Просто оставим его тут. Пойдемте. Эй, малыш, подожди немного. Твоя мама придет и заберет тебя. И не забывай нас, когда вырастешь. Я орнитомим. Ладно, ладно, пойдемте. Пора выбираться отсюда. Пока, малыш. Добрые динозавры вернули своего маленького друга аллозавра в его родной лес. Малыш, будь здоров и расти большим и сильным. Похожий на страуса орнитомим, крепкоголовый стегоцератопс, с гребнем на голове паразавролов, супермозг традон, свирепый хищник аллозавр. Не забудьте подписаться! Подпишитесь! Найди Пинг-понг на Ютубе!